современные, соответствующие всем санитарным стандартам с необходимым набором оборудования. В ближайшие годы такие кухни должны появиться во всех детских дошкольных учреждениях республики. Только в столице в этом году на модернизацию пищеблоков из консолидированного бюджета ушло 20 миллионов рублей. Светло, тепло, красиво. Кухня столичного детского сада номер 167 сияет новым ремонтом. За 3 года полной реконструкции подвергли 17 подобных объектов. В текущем году было выделено из консолидированного бюджета 20 миллионов, что позволило нам отремонтировать 12 пищеблоков в детских садах. Это только малая часть, 17 дошкольных учреждений, которым повезло в рамках модернизации пищеблоков. Еще более 100 детских садов, конечно, требуется ремонт пищеблоков. Замена электропроводки, вентиляции, системы горячего и холодного водоснабжения. Объем работ колоссальный. Полностью заменены напольные и настенные покрытия, моечные. Установлены новые окна и противопожарные двери. Я уже тут 30 лет больше работаю. У нас такого ремонта не было. Даже дома не хочется сидеть. Хочется с удовольствием на работу бежим. Теперь ждут оборудования. Новые столы, холодильники, современная духовая печь, стеллажи для хранения и другое технологическое оборудование поступит в рамках соглашения с Министерством образования до конца года. Свежие фрукты, молочная, мясная и рыбная продукция обрабатывать, готовить и храниться все это должно в соответствии с санитарными правилами, которые ужесточились в последнее время. Холодильники в наличии у нас, значит, для молочной продукции, которая лежит отдельно на стеллажах, масло сливочное, сметана, творог, молоко. Масло сливочное, свои полочки, сыр, все вот это достаточно количестве должно быть на складе. Здоровое, питательное, вкусное. О такой еде мечтают и дети, и взрослые. Программа модернизации детсадовских кухонь поможет в этом. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика.